Всем здоровеньки, друзья! С вами Бурундук, и сегодня мы с вами погоняем на сноубордах в игрушке под названием Шон Уайт Сноубординг. Англичанин недоделанный. А сегодня я рекомендую вам канал Владоса. Он снимает различные игрухи с вебкой, а также прикольные мини-игры в Майнкрафте. Ссылка на экране и в описании. Не забудь подписаться. Ну что, друзья, мы начинаем! Сейчас посмотрим, что это за игруха-то такая. Теперь нам нужно создать нашего персонажа. Мы выберем, конечно же, мужчинку такого. И вот этот меня устраивает, в принципе. Так, и что у нас тут дальше? Доски крепления, вау, офигенно, тут можно все сделать. Ну давайте начнем с досок. У меня всего лишь 4000 долларов, но знаете, друзья, вот эти доски, они бесплатные, я как бы не хочу пока что тратиться, поэтому я на них погоняю, чё бы нет. Что у нас там еще? Крепления, да меня эти устраивают, да, они такие прикольненькие, ну-ка, что тут есть? Ну можно вот эти, раз они бесплатные, да, я думаю, давайте мы их, вот, такие темненькие, или наоборот, вот эти. Во, вот эти круче, куртки подходят, знаете, мы же с вами моднявые все-таки сноубордисты. Смотрите, друзья, тут другие курточки есть, а вот одежду менять это и вправду интересно, если честно. Все-таки я оставлю начальную курточку, потому что она мне понравилась больше всего. Штаны я даже менять не буду, они тоже крутые, ботинки, мне тоже нравится все прям в комплект, как будто. Вот шапочки, давайте посмотрим, что тут есть. Шапок тут особо немного, ну давайте вот эту серенькую напялим, что ли, не знаю, пускай в этой гоняет, да. Перчаточки. Какие у него перчатки? Я даже не вижу. Белые? Нет, черные тут как раз подходят, поэтому я их оставлю. Маски. А вот маску я бы, если честно, вот эту приобрел. Она такая крутая. Во, друзья, вот эта маска прикольная. Давайте мы ее приобретем. Она 630 долларов стоит. Все. О, посмотрите на него сразу. Завертелся. Йоу, да. У меня новые очечи. Тут всего лишь 3 рюкзачка, как и шапок. Ну, я выберу, наверное, вот этот темный рюкзачок. Ну все, друзья, я думаю, теперь мы можем начать катание, как тут написано. Итак, мы появляемся, друзья, и слушайте, я скажу честно, я не играл в эту игру еще ни разу. Графика тут, вау, как он... Офигеть, друзья! Вау, господи, офигенно! Какое шикарное катание здесь сделано, друзья! Я просто без слов. Обязательно поиграйте в эту игру, она офигенная, если честно. А как мне сделать какой-нибудь трюк? Я только вот так вертеться умею. Так, ну-ка, и оп! Ну да, я в своем репертуаре. Как он ходит, он прям как настоящий сноубордист так бегает. Тут мы остановимся, я разберусь. Эй, ты куда? Под снег провалился, ничего себе. Вроде с управлением я немножечко разобрался. Сейчас попробуем что-нибудь мы с вами покрутить. Ну-ка, оп! Нифига себе! А я думаю, эта игра заслуживает вашего бурундучего пальчика вверх. Все, давайте, ставьте, и все, я сейчас погоню крутить какие-нибудь, довертить трюки. Да, все, погнали. Я почему-то заново меня кинула. Ну ладно, давайте, друзья, мы разгонимся и попробуем заехать на вот так вот как-нибудь. Вау, это уже неплохо для первого раза. Мне нужно разогнаться. Так, давайте возьмем разгон и опа-на! Ой, пока что что-то у меня ничего не получается. Если вот прямо отсюда... У-ху! Вау, друзья, это уже неплохо, кстати. Так, и оп! Ловкач, трюкач, господи. Побежали. Вот это я нормально начал. Друзья, я так понимаю, это тренировка или что? И, ну, как бы я хочу немножко еще здесь. Вот мне понравилась вот эта труба. Я как рогалик вот так верчусь какой-то, я не знаю. Продолжим, и что нас ждет дальше, посмотрим. Итак, друзья, вот мы где появились, и офигеть, я теперь могу даже просто бегать, друзья, как это офигенно здесь сделано. Я думал, это будет намного хуже все, когда скачивал эту игру, я в ней первый раз играю. Кто не играл, и тем более, кто любит сноуборд в жизни, как я, к примеру, то вы обязательно должны поиграть в эту игру, она вам точно понравится. Я еще даже не делал никаких трюков, а уже она мне нравится. Давайте разберемся, что... Вы видите? Он снежками расшвырил. Офигеть, тут еще и снежками можно кидаться. О, смотрите, друзья, у меня набирается цель, я в кого-то целюсь. И... Так, она набрала... И... Нифига, он снайпер. Он попал, он отсюда попал. Офигеть, да ты не сноубордист. Ты какой ты вправду снайпер. О, смотрите, сейчас вот в того попаду. А имбот. Я
я попал, друзья. Какое-то читерское раскидывание снежков. Я думаю, пора надевать нашу досочку. Да, мы закрепили ботиночки на нашей доске и погнали, погнали. Вон, я уже вижу тропинчик. Давайте, что ли? Ё-моё, нифига. Офигеть, что я сейчас сотворил, если честно, и сам не ожидал. Какая трасса так клёвая. Оп. Ну да, я не на то дерево, значит. Покоряем, друзья, трамплины головой. Там что-то катается, я могу снежком в них вот так вот, снежком им по балде зарядить немножко, да. Так, ух ты, вау, вот это уже было круто, друзья. Давайте дальше, вон еще один трамплин. Тут их много, я надеюсь, мы что-нибудь крутое сделаем. Да, держись на ногах. Мы, по-моему, устояли. Так, и мы поехали. И что происходит? Что происходит? Да, я упал куда-то. Это какой-то сегмент сюжета. Эй, ты в порядке? Сколько пальцев? Я как бы не могу увидеть, когда ты в меня их тыкаешь. Да, тут какой-то с нами рыженький наш дружочек. Он говорит, что нужно поработать над нашими навыками. Ух ты, а тут какая-то девчушка такая. Привет. Привет. Это какой-то друг. Да в порядочке, моя жизнь. Это Бэджер, эксперт по бэк-кантри. Я бэк-кантри, я не знаю, что это, и дальше я почему-то не успел прочитать. Офигеть, в этой игре даже сюжет есть. Вот это вообще, игра превосходит все мои ожидания. Ага, все, все, я все понял. Нужно найти какие-то монетки. Ничего там монетки-то, с такой монеткой и убить кого-то можно. Я бы назвал это не монеткой, а каким-то монетищем прям. Вот так, больше я не могу ничего сказать. Слушайте, тут даже пар изо рта такой прикольный. Ну все, побежали, побежали, как сноубордисты. За монетками, за монетками. Погнали! Так, ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? Это твоя первая монетка, я так понимаю. Это было легко. Осталось 2 в Парк-Сити и 9 по всему миру. В минуты можешь посмотреть, на какой стадии находится задание Шона. Окей. Все понятно. Ну, поехали дальше. Я уже хочу трюки, трюки какие-то, то нифига не умею. Так, так, так. И уху! Вау! Опа, опа, вы видели, видели, что я творю? А ну-ка, снежком в него, ну-ка, сейчас шлебыть к ему. Иди сюда, я еще сейчас снежком в полете, друзья. Ё-моё, куда я улетел? Ой. Вы видите, да, что происходит? Он не хочет останавливаться. А, вот все. Ух ты. Вау, я научился новым приемам каким-то. Ну-ка, давайте я их проверю, проверю, как они работают. Ну, это... Пока что не особо круто. Во-во-во, вон там офигенный трамплин и чё-нибудь. Чё-то это как-то ничего-нибудь даже. Давайте мы попробуем с вами сделать задний бланш вот на этом трамплинчике. И ху-ху! И у нас практически получилось. Подумаешь, мы снега наелись немножко. А вот здесь давайте попробуем. Оп! Вау, да, друзья, мы уже во второй раз. И как мы приземлились офигенно. Ну-ка, если вот здесь. Вау! Только здесь мы ничего пока что не сделали. Ну да ладно, ничего страшного. Мы продолжаем наше катание. И смотрите, может тут все снимают доски. Я могу снять и куда-то... О, да че снежком. Я как сейчас как заряжу тебя. Counter-Strike у них того попал. Уху, чпойк. Так, куда мы побежим с вами? Ух ты, тут есть вертолетик. Интересно, он может нас куда-то доставить? Вау, друзья, офигеть. Друзья, когда я заходил в игру, где нужно кататься на сноубордах, я никак не думал, что я буду летать на вертолете. Ну да ладно, посмотрим, что здесь нас. Вау, у нас куда-то вообще прекрасно, да я даже ничего еще не сделал. Ну вертану я сегодня какой-нибудь трюк-то или нет, я не знаю, куда меня закинуло и что тут вообще такое. Ну посмотрим, мы несемся как ветер, я думаю, пора сделать какой-нибудь трюк, что ли, нам. А ну давай, давай, давай. У-у-у, есть, у нас получилось. Отлично, друзья, ну-ка, если вот отсюда... Нет, вон трамплин есть. Давайте, давайте, оп! Вау, это круто, ну-ка, вот на этом трамплине... Вау! Вау, друзья, ну хоть что-то мы уже можем, правда, все еще снег кушаем. Тут вообще можно хоть куда, оказывается, прыгать. Свободный мир, это здорово, друзья. Пора что-то новенькое придумать, а вот сюда я... Пробил башкой просто гараж, мне знаете, что это напомнило? Это что, это можно так подхватывать доску? Ну круто. Так, мне нужен еще один трамплин. Теперь я готов выполнять какие-то трюки. Ого! Вы видели, да, что я сделал? О, вот тут есть трамплин!
Вау, друзья! Офигеть, я уже хоть что-то умею. Круто, если честно, круто. Вон трамплины, сейчас я что-нибудь крутое замочу. У-ху! В дерево прям. Так, а ну-ка, вот тут кто-то катится. Чё бы ему снежочком-то? Затыльник, затыльник, ему чпыньк. Кувырок и едем дальше. Я готов, я готов. Нормально, нормально. Неплохо. Но не это я хотел. Я хочу еще что-то покруче. Сейчас и... Ой. Это тоже неплохо. Трамплины, вау. Это тоже что-то прикольное. Мы тут творим, я не знаю. Бедный персонаж, за которого я играю, ему, наверное, сильно не повезло. Вон, большой трамплин, друзья. Я думаю, мы сейчас хоть что-нибудь сделаем. Вау. А вот это было неплохо уже. Еще какой трюк. Вау. Это было очень даже красиво, если честно. Запрыгнем на трамплинчик лбом. Воу-воу-воу, поехали! Вон трамплин, и мы летим на бешеной скорости, друзья. Давай. Ну, почти нормально приземлились. Друзья, и оба-на! Вау! Мы даже на ногах устояли, вот это да. Магиом умеем. Друзья, представляете, можно кинуть снежок даже в тех, кто едет на, так скажем, подъемниках. Полетите, это вообще жесть. Трамплин, погнали! Да, догнали. Я сделаю вот так, пожалуй. Не зря я это сделал. Все, я на вертолет, если честно, не хочу. Пошлите, сходим теперь на подъемник. Бежим потихонечку, мы на подъемника, как его поймать жопкой, а вот я уже сел. Ух ты, друзья, обзорчик-то тут прикольный, мы можем, кстати, даже спрыгнуть отсюда. Там написано, мне показалось, что там написано Спарта сначала. Ну, мы потихоньку катимся, куда, не знаю я. Сейчас шутки пойдут, бурундук скатился. Итак, друзья, мы добрались, и что это за пушка, которая в людей брызгается водой, или что, я даже не знаю. Ну ладно, друзья, пора творить чудеса на этой горе. Офигенные чудеса, я никуда-то не туда приехал, поскакали куда-нибудь дальше. Поехали, сейчас я ищу трамплин, ну вот давайте пока вот на эту оранжевую штуковину, ну да, конечно, запрыгнули, я размечтался, так, ну-ка, поехали! Вау, отлично, сделали заднее сальто. Вон, офигенно, большой трамплин у нас суперскорости, давайте что-нибудь навернем. Ну, это было красиво, но что-то я не выпрыгнул как-то. Еще разок, и... Сальто-то получилось. Где еще трамплины? Мне надо больше трамплинов. Ну-ка попробуем сделать еще что-нибудь. Опа-на! Вау, друзья, я уже неплохо, скажу я вам. Задница я обтер так оранжевую эту штуковину. Вау, друзья! Вы видели, как он офигенно поднялся? Это было здорово. Ой, вау. Так, давай снимай свой сноуборд. Может сходить покушать? Да, хотя я не голодный. И снова мы на тележке. Интересно, тут со мной кто-нибудь мог бы сидеть? А чего они все порванные? Ух ты, вы видели, друзья, там какая-то скульптура была. К сожалению, я проехал ее уже, ну да ладно. Ну что, друзья, я думаю, я скачу сейчас последний раз, да, на сегодня. И думаю, на этом закончу, потому что играю уже довольно долго. Но, друзья, я думаю, еще и без съемок порублюсь в эту игру, потому что она и вправду офигенная, если честно. Ну все, поехали покорять трамплины, которые я обожаю. Ух ты, мы залезли в трубу, и вау, неплохо. У-ху! Вау! Друзья, вот это было здорово! Наверное, нам вот сюда. А, ну да. Ох, друзья, не отпускает меня эта игра. Я, пожалуй, еще разок скачусь, но только вот поеду сейчас вправо. Сейчас мы это и узнаем. Ох, ё-моё! Офигеть. А если так? Уу, а вот это было неплохо. Оп, молодец. Что-нибудь еще крутое. Забацаем, и теперь еще раз что-нибудь. Ну, нормально. Ой, мы кого-то сбили. Вот он, друзья. И давайте сделаем. Вау, вот это было круто. И вот тут труба начинается. Давайте набираем скорость. И опа-на. Отлично. И опа-на. И поехали. У-ху. Мы неплохи так-то. Вау.
Я еще хочу двойное сальто закрутить. Так, ну-ка, если отсюда-то. У-ху! Вау, вот это было круто. Ой, друзья. Эй. Ну ведь нормально. Привет, дружище. Ты че? Ты, ё-моё, вообще подними хоть голову, смотри, куда бежишь. Привет, дружище, как покатался? Да что они меня втыкают? Упоротость? Не слышал. Ну теперь я такой же. Ну ладно, друзья, на этой такой упоротой нотке, я думаю, мы с вами закончим. Игра клёвая, да блин. Игра, друзья, если честно, клёвая. Я думаю, я уж точно через месяцок засниму её ещё разок. Рифмоплёт, я такой. Бегаю, сноубордист крутой. У вас там всё нормально? Доброе утро. Эй. Это какое-то упражнение, что ли? Упражнение бурком. Ну ладно, друзья, не забывайте ставить большие бурундучьи пальчики вверх, если вам понравилось, как мы поиграли вот сегодня вот в такую прикольную, если честно, игруху. Ну а также подписывайтесь на основной и лайв-канал. А с вами был Бурундучок Сноубордист. Такой ёлки-палки. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока-пока. Вперед! Побежали!